Одно мгновение самарцам предстает мемориальная доска, посвященная военному дирижеру Семену Александровичу Чернецкому. Для города большая честь увековечить это имя. Именно он дирижировал сводным военным оркестром, чья музыка сопровождала расчеты парада 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева. Я очень рад тому, что на самарской земле бережно хранят память о наших героях, о выдающихся патриотах нашей страны. Я благодарю всех, кто принял участие в организации этого важного святого действия. Открытие мемориальной доски выдающемуся композитору Чернецкому. Семен Александрович – лауреат Сталинской премии второй степени, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он является организатором и руководителем первых советских военных оркестров, одним из основателей советского военного марша. Я хотел бы передать слова благодарности от главного военного дирижера России генерал-майора Маякина Тимофея Константиновича и начальника Центрального военного оркестра полковника Дурыгина Сергея Юрьевича всем тем, кто принял участие в увековечивании памяти этого великого музыканта, великого дирижера и великого человека. После открытия к новой доске цветы возложили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатели губернской и городской дум и неравнодушные жители города. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.